Здравствуйте, дорогие друзья! Год литературы заканчивает свое победное шествие по стране. Омские музеи получают в подарок необычные экспонаты. И это вовсе не книги. Смотрим. Совсем недавно житель нашего поселка Виталий Васильевич Солодкий сделал нам для музея необычный подарок. Он подарил модель бригантины «Алые паруса». Ну, почему мы обрадовались этому подарку? Дело в том, что у нас уже есть коллекция небольших кораблей, включая крейсер «Варяг», канонерская лодка «Кореец», другие корабли. Но мы помним, что 2015 год завершается сейчас, это год литературы. И нам приятно иметь модель корабля в честь самого романтического писателя России, самая романтическая его повесть «Алые паруса» Александр Грин. Даже когда у нас проходила «Ночь искусств», мы для КВН, для викторины готовили вопрос о том, какой у нас экспонат появился, связанный с романтической повестью о любви Ассоль и капитана Грея. И самые опытные библиотекари сумели ответить, что это именно бригантина «Алые паруса»